Звестки об доходах работников необходимо предоставить до 1 красавика. Улику подлягают все отриманные летошние доходы, независимо от того, обкладаются яны податками тени. У приватности размова идет об выплатах, которые не имеют дочинения до працовной деятельности, на кшталт материальной допомоги. Информация принимается только в электронном формате. Через личный кабинет с использованием ARM-плательщик. И у тех, у которых нету, скажем так, возможности у себя дома представить или на работе такие сведения, они приходят к нам. Это чаще всего предприниматели, ГСК, они приходят к нам в налоговый орган, и уже здесь у нас мы помогаем, ну, оказываем помощь по подаче таких сведений. Они приносят все сведения в электронном виде на электронном носителе. Згодно с оперативной информацией инспекции по податках и сборах, зараз известки об доходах своих работников подали 85% податковых агентов Гомельской области.